Приветствую вас, дорогие мои подписчики. С вами Джон Летаржа. Сегодня 10 ноября. Недавно, 4 дня назад, 6 ноября, у меня был день рождения. И мне подарили подарки. Буду вам сейчас показывать их. Первый подарок — это маска, свежая косметика. Марка Фитокосметик. Она у нас органовая, для роскошного блеска, без консервантов. Использовать ее надо за месяц, потому что она месяц хранится в открытом виде. Это у нас в Литуале было куплено. Маска тканевая Funky Fun. Очищающее для лица с кошечкой. Вот, стоит она, тут написано, 99 рублей. Вообще, я люблю тканевые маски. Третье — это у нас блеск для губ Diamond Lips. Марка Литуаль. Очень красивый цвет. Так, следующее. Густое масло для волос репейное с эффектом биоламинирования. Тут еще есть женьшень и лецитин. Ну, это что-то вроде маски для волос. Люблю такие ведерочки. Вот это у нас блеск для губ Йоки-Токи. Он банановый. Ну, вообще, в фикс-прайсе продаются такие же блески с клубникой и с арбузом. Но мне захотелось банановые. Восстановление и защита. Вот так вот все это выглядит. Активная регенерация, защита от обветривания, нежный аромат банана и без липкости. Сейчас я его попробую открыть. Вот так вот он выглядит. Напоминает мороженое. Ну, правда, пахнет бананом. Красивый такой нежный розовый цвет. Так, следующее. Шампунь от Лорен Бель Коктейль. Роскошные локоны. Ну, а тут у нас алоэ вера. Для нормальных, склонных к жирности волос. С экстрактом алоэ вера, маслом амлы и биотином. Ну, видно, что он такой вот увлажняющий. Объем довольно большой. 600 миллилитров. Так, следующее это у нас спрей парфюмированный от Parle Passion Rouge. Красивый такой городской пейзаж. Увлажняющий парфюмированный спрей для тела. Изысканная роскошь. Аромат, кстати, обалденно приятный. Мне нравится. Вот. Хочу чихнуть. Ой. Это у нас тоже спрей от Parle Mango Mango. Очень красивый дизайн. И аромат охренительный просто. Следующее — это у нас шампунь с авокадо. Вот такой вот красивый, позитивный дизайн для питания волос. Ну, вообще, масло авокадо, оно обладает хорошим, мощным питательным свойством. Тут масло авокадо и экстракт миндаля. Марка Parle. Объем 250 миллилитров. И последнее, что я хотела показать, это вот такая вот записная книжка. Я веду личные дневники, и когда у меня предыдущая тетрадь закончится, которую я сейчас
спешу и списываю. Я начну в этом блокноте писать. Тут 72 листка, изготовлено в июле 2023-го. Вот так вот выглядит страница в клеточку. Это было все. Обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ссылку на донат я оставлю в закрепленном комментарии. И помните, жить надо по фану.